смотрите, трансформаторная будка и еще диско-площадка такая маленькая. Ну вот если, я вам повторюсь опять же, если вот эту поликлинику справа обходить. Справа обходить. Ну если на главный вход, вы же сказали, вы у главного входа стояли. Если глазами на этот главный вход смотреть и обходить справа. У вас не серебристая машина. Нет, белая. Сереж, это не та. Ой. Сережа! Сережа! Сережа, подни сюда! Ай, ну детская, вот детскую поликлинику вы глазами, когда на главный вход, вы смотрите справа, вы ее обходите, и вот здесь будет некая... Вот тебе детская, что-то не то. Вот тебе детская, 18, дом 18. Где нашел машину? То есть вы стоите около входа? Около ворот въезда, да. Вот здесь такое тоже какая-то некая, как будка трансформаторная, и за ней вот эта вот ваша поликлиника, и ворота вот здесь. С входом, с человеческим. Но въезд закрыт. Вы тут стоите какая-то машина. А у вас высокая машина? У меня седан обычный. Как вы видите, да. Обычная, обычная легковушка. 570, куда ты пошел? Это 375, не наша. А, вы, наверное, с той стороны стоите. Похоже, да? Я просто, я не вижу, у вас геолокация не включена. Я не вижу, где вы стоите, как бы. Все, вы просто не к тому выходу. Как говорится, я в аптеке, а вы в кино. Угу. Ну, как без песни. Мы, по-моему, вас увидели. У вас, ну, она обозначена желтым еще, да? У меня белая машина, желтая. Желтой полосой и серым низом. Я на аварийке стою да, вот здесь. Все. Все, я уже вижу. Мы просто по другому выходу вышли, как приехали. Угу. А вы стоите здесь. Ну, хорошо. Вы знаете парни, да? Да, да. Да? Да, да, да. Ну, все, мы подходим к вам. 2 hours later. Стоимость будет вот такая, а вы мне говорите, что мы думали, что будет другая. Вам по телефону озвучили стоимость. Как это может быть? Мне сын сказал, что есть все к себе. Ну, кто? Давайте поговорим, какой сын. Именно. Давайте спросим. Такая стоимость, не такая была. Он вот. Платить не будет. Нет, ну понятно. Ну, слушайте, ну вы заказываете такси тоже. Как мы с вами можем поступать так? Вы заказываете такси, вам показывают стоимость, вы просто как бы мне говорите, что... Ну вот, если прямым текстом. Друг, нам пофигу, какая стоимость. Мы будем платить столько, сколько нам удобно. Нет, ну нам сколько вы сказали, вот 247. Кто вам сказал? Ну, значит, послушайте. Давайте позовем сына, просто у него спросим, сейчас поговорим тоже с ним. Нет, почему? Ну понятно, я принимаю заказ за одну сумму. Вы говорите, что у вас таких денег нету. Да при чем здесь волочиться? Просто есть такие клиенты, которые не хотят платить деньги. Я и все. Не хочу. Вы не захотели платить деньги, еще 5 человек не захотело в течение дня платить деньги. Ну, я вас как бы не отпускаю, вы не заплатили деньги. Ну, у меня нету 35 рублей. Проблема, ну да, проблема, у меня проблема. Проблема у вас. Проблема, да. Проблема не у меня. Ну, это не проблема, 35 рублей. Нет, почему проблема? Ну, какая проблема? В том, что... Ну, почему я туда доехал за 247, а обратно я... Позовите сына, давайте спросим, почему. Я кто, не буду кто сказал? Сейчас. Он вам из салона покажет. Извините. В смысле, до свидания. А кто из вас заказывал такси обратно? Можешь подойти, пожалуйста? Подойди, пожалуйста, сюда. А обратно ты заказывал такси? По телефону? Ну вот смотри. 280. Твоя мама говорит, что сказали 247, и денег у нее нету. Ну как вы издеваетесь надо мной? 5 человек вот так мне не заплатили деньги, допустим, и что мне потом делать? Смеетесь, что ли?
А как вы заказываете такси? Кто-нибудь мне не даст, вы мне должны дать, потому что этот заказ вы делали, и вы не заплатили деньги, получается. Была другая дорожная обстановка. Мы с вами ехали, стояли в пробке. Просто они ушли. Ха-ха. Просто конченый. Сука, только хотел похвалить Uber, сказать, что все нормально, доехали за 16 минут. Ох, бля. Надо быть такой конченый, братья, вообще. Я просто в шоке. Жесть. Типа, у меня нет. Она говорит, сын сказал, что 250. Она, как рассчитывает 250 в одну сторону, 250 в другую. Я этого сына зову. Он только говорит, нет, 280, я говорю, что вы? Все, пойдем. И они уходят. Я думаю, конченые, они же мрази такие вот, они, блядь, есть счет, сколько нужно заплатить. Она говорит, нет, типа, своя стоимость, да? Она ее придумала, свою стоимость. Это я, конечно, в шоке, наверное. Позвонил в Яндекс, они говорят, мы как бы окей, можем зарегистрировать обращение. Я говорю, ну ладно, я сам говорю, могу и без вас, в принципе, написать такое же точное письмо. С тем, что клиент как бы свалил и не оплатил, да? Ну или частично оплатил. Ну извините, блин, ну ладно, 35 рублей копейки. Ну хорошо, один человек так сделал. 20-30. Ну что?